Николай Петров присылает нам заявку. Артемий, мы, Юрфирма, занимаемся банкротством Физлиц. Сайт делали в 2015 году. Хотим его обновить, дай совет, как стать интереснее нашей аудитории, как выделиться и запомниться. Э -э ну да, уже сразу видно, когда мы заходим на такой сайт. В общем, выделиться и запомниться. Так, ты отвали, пожалуйста, не хотим с тобой общаться? Где кнопка заткнуть навсегда? Вот, просто исчезни. Прям сгинь сгинет, отвали, не хочу с тобой общаться. Нет, будет вылезать и спамить меня, непонятно, зачем. Оформление банкротства под ключ с гарантией, без посредников. Угу. Задолжали крупную сумму денег, набрали, упал в коллекторы, подали в суд, и в этом нет вашей вины. Так, тыр-пыр, к счастью, выход есть. Банкротство, официальное списание всех долгов. Так, ну да, сайт, собственно говоря, время с 2015 года прошло достаточно много. За пять лет интернет примерно полностью поменялся. Айфоны уже по-другому выглядят. И, конечно, здесь все достаточно уныло слабо-плохо отфотканные вот эти благодарности скучно нет да иконки в принципе даже ничего то есть по большому счету их даже сейчас можно было бы заюзать вполне сами иконки вполне в общем-то еще годные так стандартные тексты сравнение с другими услугами скучная таблица тут доехать бесплатная первичная консультация банкротство в Санкт-Петербурге так ну здесь вот какие-то длинные, большие, нечитаемые куски текста неинтересные в них нажимать. Значит, что можно сделать в, этом, в этой ситуации? Надо, я бы такой сайт строил именно на объяснение, что банкротство – это не смерть, что, в общем, вполне делабельно, что можно взять, начать и сделать, и через, там, ты должен пять лет указывать, что ты банкрот, ты три года не можешь занимать какие-то позиции, быть начальником юрлица, но все остальное, можешь, жизнь продолжается, и, в общем-то, ничего страшного с тобой не случится. Я бы как-то строил вокруг этого, возможно, я бы ввел сюда какого-то персонажа или двух персонажей, которые вот как-то их судьба привела к банкротству, и они вот не знают, что делать. Может быть, кстати, вот не знаю, если бы я делал такой сайт, я бы начал с того, что стоит человек, который уже собирается прыгать с балкона, и типа мы его останавливаем и объясняем ему по шагам, почему не надо прыгать с балкона, и он, в общем, в конце сайта уже совершенно не собирается с балкона прыгать. Это был бы хоть какой-то сюжет. Но здесь понятно, что обсуждать этот сайт с точки зрения дизайна очень сложно, просто потому что... Это, не, это уже не дизайн, это полная хуйня, абсолютно устаревшая, надо целиком выкинуть, не жалея вообще ничего.